Поклон. Свободно. Вы обдумали наше предложение, мистер Стилвелл? Да, обдумал. И мне жаль, что вы напрасно приехали из Нью-Йорка. Я не хочу зря тратить ваше время. В смысле? Я вынужден отказаться от вашего предложения. Если проблема в деньгах, мы это уладим. Дело не в этом. Я не стану работать на вашу организацию. Мое начальство будет оскорблено. Но у меня есть свобода выбора. Вы такой наивный, мистер Стилвелл. Вы вынуждаете меня. Я должен что-то предпринять. Понимаете? Это ничего не решит. Возможно, это послужит примером для других. Я не стану драться. Хорошо. Карате не для агрессии. Но если у меня нет выбора... Отец! Ублюдки! Мы еще вернемся с контрактом, мистер Стилвелл, а пока отдыхайте. Джейсон! 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 Отец, ты в порядке? Кажется, нога сломана. Мы им покажем, они ответят. Нет, Джейсон. Все кончено. Драка — это не выход из ситуации. А в чем же выход?